коса, за картошками кола. Ой, упала и пятку замарала. Ой-ой-ой, еще яйцо в мазурке. И успела носиком батрашки поярозить. Привет, дорогие мои, я немножко пропала с ваших радаров. По той причине, что сейчас у меня очень насыщенная жизнь. Во-первых, я поздравляю всех с Днем влюбленных, 14 февраля. Сегодня такой праздник для всех, кто нашел свою вторую половинку. Вот. А кто не нашел, проведите этот день в любви и радости к себе. Что еще хотела вам сказать? Я немножечко пропала. Вот. Хотя, может, кто-то не заметил. Во-первых, на меня подписываются очень странные личности. Вот, так сказать, из прошлой жизни. Интересно, что же им от меня нужно? Что же так интересно, как я живу или что? Вот. Во-вторых, я сейчас вся такая по гостям, по поездкам. Вот. Гостям, значит, я вся такая сейчас по поездкам. Вот. Где вообще только не бывала, так сказать. Вот. Поэтому я сейчас много где езжу, много где бываю, много кому в гости захожу. Вот такая насыщенная социальная жизнь в данный момент идет. Поэтому я немножечко пропала от вас. В данный момент я иду на работу. Вот. У меня там запись сегодня, хотя я уже не работаю 2 недели. Женщина одна очень хорошая, ее надо подстричь. Фиг попадешь. С обеих сторон оградили. Все, я в кабинете. Мои покупочки. Сухарики, маги, как всегда, снова ложки прозрачные, вот этот кофе, я его очень люблю, это, наверное, один из самых лучших по соотношению цена-качество, то есть я от него ничего такого не жду, но и стоит он как бы дешево, да, угостили мандаринками яблок. В смысле тряпка? Ну, полотенце у меня есть. Но это твое, нет? Да, мое. Твое? Я их стирала, они чистые. Бери, пожалуйста. Можно, конечно, да? Любое. А, ну ты же их оставляешь? Я да, понимаю, я их оставляю. Ну, выбирай. Самое. Они, если там какие-то пятна, то это с краски для волос. Не важно, что у меня тоже ну, да. Это такое себе удовольствие менять полотенце из-за краски. Что думаете, конечно? Воды нет, да? Ну, она, знаешь, так. Еле-еле, короче. Они ну это я знаю, как это. Открывают, то открывают ее.
Вот я сейчас уже последние, наверное, 2 недели так моюсь, когда уже напора вообще нет. А колонка не включается, то есть тебе нужно... А, ну да, колонка это да. То есть горячая это там? Если... Горячая это направо, да. Холодная налево. У меня горячая, ну прям кипяток там должен быть. Кипяток идет. Быть-то так не знаю, но там тут ведро воды, там как-то нагрёшь. С удовольствием такое. Да мы с Вовой были в гостях, и там парень один рассказывает, что у них жил друг 10 дней из села. И они говорят, типа, вот, прошло 3 дня, он не идет мыться. Прошла неделя, прошло 10 дней, мы у него спрашиваем, а когда ты мыться пойдешь? Круглые сутки вода горячая, да. Они вообще не видели, чтоб он мылся хоть раз. Жесть. Кто-то... В полевых условиях, блин, пытается помыться, а кто-то... Ну да. Нет еще. Нет? Это надо, чтобы они заказывали, получается. Это да? Надо, чтобы все получили зарплату, я уволенные через 3 дня получают. Обалдеть, а когда же все получают зарплату? А хрен его. Я очень надеюсь, что он в понедельник хотя бы получит. Это же еще только 14 число? Да. Кстати, минимум числа... Ну, в воскресенье же никто не будет получать зарплату, в субботу тоже. Нет, скорее всего нет. В субботу может быть, но как бы это не 3 дня понедельник. Позвал. А так будут там сидеть. Еще Екатерина Павловна из архива решила подстричься. Да, она вчера приходила и узнавала. Я говорю, да. Говорю, я уволилась 2 недели как. Она говорит, типа, да, говорит, я говорю, да. Но она зайдет. У нас как 12 часов, по-моему, должна прийти. Пусть подсохнет. Можно фен взять, если надо. А у меня фен есть. А у тебя здесь есть фен? Да, вот он. Я принесла. Я его не уносила пока. Ну, 11:26. Угу.
Дела, дела. Горячая. Я буду работать. Ко мне приходила коллега помыть голову, а сейчас у меня будет клиентка.